Да-да. Добрый день. А, Елена Владимировна. Проходите, проходите, садитесь. Ну что, все-таки решились? Решилась. Ну, в принципе, я этого ожидала. Наверное, для вас это непростой выбор. Я думаю, что так будет лучше. Как сказать? Как бы потом не пожалеть? Жалеть не буду. Разоблачайтесь. Времени у нас с вами в обрез. Комиссию анализа я беру на себя. Делать будем по медицинским показаниям. Ревматический порог сердца, митральный стеноз. Разоблачайтесь, разоблачайтесь. Антонина Дмитриевна, с сердцем у меня все в порядке. Я решила оставить ребенка. Ложитесь на кушетку, мамочка. Посмотрим, как там ваш малыш. Да не переживай ты. Нормально все с Леной обойдется. Да? Сегодня обойдется, завтра она какой фортель выкинет. Ну, тут же ничего не попишешь, характер. Поздно уже что-то перекраивать. Придется терпеть. А вот как только ее уберечь, последствия этого характера. Как дела? Ладно, оставлю вас вдвоем. Врач сказал, с ней все в порядке. Сегодня, да, дальше что будет? Сереж, я больше не буду. Нет, ты сама себе идешь, как ребенок. То я не буду тебя слушать, теперь я больше не буду. Как мне тебе верить? Я правда так больше не буду, но... Вот но! Я ждал это но. Но, Сереж, я не могу все просто взять и бросить. Я офицер, и это мой долг. Я обещаю, с этой минуты я буду вести себя осмотрительнее. Ты мне уже давала обещание. Это обещание не сдержала. Да, ты спасла мне жизнь. Но зачем мне жизнь, если с тобой что-то случится? Ты не можешь быть одновременно и матерью, и офицером. Быть офицером я научилась, а матерью... Ощущение, как будто меня бросили в воду, как котенка, и выплывай сама. Сереж, я научусь, я обещаю, к тому же есть у кого. Ты про Валю, что ли, говоришь? Ну, у нее же получается быть и хорошей матерью, и офицер. И у меня получится. Ты мне веришь? Ну, а что мне остается делать? Не злись на них. Это была случайность. Никто не застрахован. Я должен был идти с ними. Ты не мог. Это чертово ранение. Подставился как кретин. Зато остался жив. Ты везунчик, Лаури. Я начинаю сомневаться в этом, Линда. Идиоты. Ты требуешь от людей слишком многого.
Людям часто приходится идти на жертву. На какие? Ты прекрасно знаешь, на какие жертвы шла я. И не раз. Я очень ценю это, Линда. Из тебя бы получилась хорошая мать. Дай руку. Руку дай. Ни у одного человека я не видела такой руки. Таких глубоких и ярких линий. Такой человек сам хозяин своей судьбы. У тебя все получится. Ты только посмотри, какая у тебя длинная линия жизни. Я тебе верю больше, чем этим линиям. Ты им всем покажешь. Мы вместе все сможем. Я и ты. Доложите. Когда уж возьмем. Судя по всему, первым убили постового, того, что был снаружи. Потом с помощью него злоумышленники проникли сюда. Свидетели есть? Никак нет. Вполне вероятно, работали люди с профессией, уголовники. Чего такой вывод? Из фактов. Из каких? Во-первых, это полевое отделение обслуживало сразу несколько воинских частей. Украли крупную сумму денег. Во-вторых, характерное орудие убийства. Самодельные финки. Ну и в-третьих, диверсанты бы не допустили такого прокола. Что за прокол? Кассирша успела не только достать оружие, но и дважды выстрелить, прежде чем ее убили. Удар у убийцы был поставлен на мужчину. Что ты имеешь в виду? У женщины грудь, у нашей размер 4. Поэтому удар финки не достал до сердца. Старшина тоже убит характерным ударом. Точно в легкое, чтобы не успел закричать. Такому в разведшколу хочет. В том числе и в абверовских. Но если это так, тогда зачем им хрусты? Взрывчаткой в хозмаге на червонце чай не отоваришься. Кроме денег что-нибудь еще похищено? Никак нет. Даже оружие на месте. Единственное, что пытались вскрыть архив, вероятно, не успели. Товарищ полковник, я так понимаю, у вас есть мысли по поводу того, зачем Тарне понадобилась именно эта касса? Не поделитесь со мной? В общем, месяца три тому, во время авианалета, одна из бомб попала в областной архив НКВД. Само здание сгорело, но большинство документов удалось спасти. И теперь они находятся здесь. Да. Так что, если это дело рук наших клиентов, осталось понять, какие документы им понадобились и зачем. Выходит, они знают, что нужны им документы здесь? Это пока лишь версия. Которую можем проверить. Ну, если им позаряз нужно что-то из архива, есть вероятность, что они придут сюда еще раз. С какого же петуха? Даже не производит впечатления идиота. Нужно убедить их, что мы поверили. Нападение – дело рук настоящих уголовников, под которых они сработали. Если они поверят, то, возможно, повторят попытку. Да. Объявить в городе массовую облаву на уголовных элементов.
и распустить слух, что это месть за погибших милиционеров. Это можно. Весь город на уши поднимем. Останется договориться с милицейским начальством. Это я беру на себя. Может быть, я тоже смогу быть чем-нибудь полезен? А как же? В первую очередь, не отсвечивать. Кстати, во вторую тоже. А за идейку спасибо, Ленинград. Выходим, строимся! Бегом, бегом, бегом! Живо, живо. Значит так. Всем действовать согласно боевого расчета. Быстро, решительно, жестко. При оказании сопротивления разрешаю применять оружие без предупреждения. За мной. Ну, давай, не стесняйся. Ножичек в землю. Давай. Руки вверх, все на пол! На пол, я сказал! Заткнулись все! Кассу и милиционеров на себя берешь? Так все равно заставите. Только еще и покалечьте. Ну что, мусор, давай! Живым не возьмешь! А живым и не обязательно. Стоять! Рожи у всех бандитские, что ни день пьянки-гулянки, и девки их нафуфыренные туда-сюда шастают. А чего ты участковому-то не пожаловалась? Нет, ага. Ты нашла дуру, да? Я к участковому. Они мне голову оторвут и в ноги бросят. А на днях милиция с солдатами приехали, да всех разом и загребли. Один было в окошко сиганул, так его прямо во дворе застрелили. Что делается, да? Пошел! Быстрее! Второй пошел! Быстрее! Следующий! Пошел! Быстрее! Следующий! Быстрее! Следующий! Надо отдать Кириленко должное. Пошел! Город он своими облавами наизнанку вывернул. Следующий! Быстрее! Так что нам это дало? Быстрее! Ничего. Старни так и не вернулся в архив. Не поверил. Но, может быть, до них просто не дошла информация. В конце концов, они могут быть не в городе сейчас. Да и потрепали мы в последний раз его группу прилично. Сами по себе облавы ни о чем не говорят. Это вполне может быть плановая операция и никак не связана с нападением на Хасу. Да, ты права. Нужно, чтобы весь город узнал причину облавы. Как?
Попечатать в «Полярной правде» заголовки на первой полосе? А когда хоронят погибших милиционеров? Завтра что? А вот что. На похороны придет полгорода, члены райкома и весь командный состав НКВД. Будут говорить речь. И объявить обо всем прямо со сцены. Все верно. Так, мол, и так погибли от рук уголовников, и теперь власти будут мстить за товарищей. Вот так и объясним облаву на Малинах. Интересная мысль. Только на это, скорее всего, потребуется одобрение Кириленко. Не потребуется. Ну, а вы, товарищ майор, можете быть на сегодня свободны. Интересное дело. Придумали вместе, а я теперь могу быть свободна. Пойду покурю. Лен, тебе правда нужно отдохнуть. За двоих. Это запрещенный прием, Сабуров. Но я подчиняюсь. Мама, мама пришла! Кто это? Моя доченька любимая! Как ты? М? Мы с бабой Шурой в жмурки играли. Только она подглядывала. И ничего я не подглядывала. Подглядывала. Она такая умная и зоркая, ничего не утаишь. Ну что, пойдем домой, мое солнышко? Да? Тетя Шур, спасибо большое. Через порог нельзя? Ой, Валь, да ты что? Зачем это? Берите, берите. Валь, а вам-то как? Нам хватит. Дают бери, бьют беги. О, ох ты моя хорошая. Спасибо еще раз, тетя Шур. Побежали. Побежали, побежали, моя девочка. Здравствуйте. А я к вам в гости, не возражаете? Тетя Лена пришла, ура, читать будем. Не возражаем. Погодка-то не новороссийская. Да. Может, зря мы все это затеяли? А если пустышку вытянуть? Теперь цель Тарни конвой. Головко самое заинтересованное лицо. Ты проверил опись архива? Там одни документы. Уголовные дела до 42-го года включительно. Остальное все, техническая документация, архивные дела. В общем, чушь всякая. А по порту есть что-нибудь? Какие-нибудь схемы коммуникаций, подземных ходов? Какие-то чертежи есть, но они все еще с царских времен. С тех пор уже в порту 100 раз все перестроили, перекроили. Значит, загадка все-таки в архиве. Знать бы еще что искать. Хоть какую-нибудь зацепку. Вот, товарищ Кириленко лег на помине. Да, не заставил себя долго ждать. Останься в машине, я с ним разберусь. Что творите, вашу мать, а? О чем вы, товарищ полковник? Только не надо вот из себя гимназистку корчить. Какого сделал ты через мою голову поперся Головко? Митинги, похороны, заявить во всеуслышание. Ну что ж делать, коли вы не хотите сотрудничать? Приходится изыскивать другие пути. Все-таки я попросил бы. Впредь я буду действовать так, как считаю нужным. А идея с похоронами – это личная идея, товарищ Головко. В таком случае, может быть, не я... можете. Эта операция поручена мне, отвечать за нее буду тоже я. А перекладывать на чужие плечи ответственность я не привык. Так что покури и постой в сторонке. Ладно, подполковник. Только учти, облажаешься, я же в сторонке не буду стоять. Я с тебя куски сдирать буду. Живого. Думаешь, с Головко не перебор?
Я не думаю, что он будет проверять. Объявили царскую волю, ей сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили. Засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел дед царь солдат. Готово. В синем небе... Опять уснула. А может, ее разбудить? Она же голодная. Не, пусть спит. Дядь Шуру ее покорми. Ой, не надо. Можно я с ней посижу? Картошку положите. Спасибо. Я не голодная. Сейчас. Валь, вы удивительная женщина. Разве? Одна воспитываете дочь и остаетесь на оперативной работе. А если вдруг... Если я вдруг погибну? Это вполне возможно. Вы хотите знать, боюсь ли я смерти? Очень. Если бы не война, в мирное время я бы держалась от всего этого подальше. Но сейчас у нас у всех нет выбора, ведь так? Вилки забыла. Приходится держать страх где-то здесь. Никогда страшно, я такая голодная становлюсь. Одним словом, к страху за себя я почти привыкла. Вот, к страху за нее. Привыкнуть невозможно. Вот видите, вы все прекрасно понимаете. Из вас выйдет хорошая мать. Так думаете? Вкусно. А? Товарищ, сегодня мы провожаем в последний путь наших боевых братьев. Идет война. Ежеминутно граждане нашей мужественной советской страны гибнут на фронте. Гордо неся в сердцах имена Родины и великого полководца, товарища Сталина. Но сотрудники милиции, до конца выполнившие свой долг и отдавшие без страха свои жизни, пали не от рук захватчиков. Их палачами стали уголовные выродки, которые погаными язвами сосут кровь из нашего многострадального социалистического государства. Так поклянемся же, что не забудем и отомстим убийцам-бандитам за эти молодые жизни. Клянемся! Куда сидеть? Сказал же, не мелькать перед окнами. Ну так мне это надо, я по-тихому. Ну так, давай ужом по полу. Тихо. Баран. Не дай бог кому мелькнуть перед окнами. Заметил кого-нибудь подозрительного? Вряд ли они так близко подойдут. Хотя это не значит, что они за нами не наблюдают. Странно, машина не свернула налево, хотя могла объехать. Остановилась, ждет, когда процессия пройдет. Надо проверить. Я проверю. Отставить. Я проверю.
Товарищ сержант, на секундочку. Здравствуйте, Сергей Александрович. Как служба? Не надо. Вижу, хорошо. Ну ничего, я понимаю, на войне как на войне. Принимай подарочек по случаю встречи. Принимай. Думай, командир. Думай. Назад все от грузовика! Назад! Воздушной тревоги вроде не было. Вроде нет. Так, вы четверо остаетесь здесь. Остальные за мной. Ты в порядке? Нормально. Фабуров, ты за Тарли. За мной. Жива. Сейчас поеду в госпиталь. Лен, ты только Дашке не говори, пожалуйста. Ничего не скажу, все будет хорошо. Ну и куда, Нурвана? Один угадай. Никуда не беги, везде. В залив упрешься. Значит так. Куда он побежал? К заливу. Держись, скоро будет подмога. Давай ты в обход, я дворами. Кстати, без фокусов. Нельзя ли повежли? Встать, сказал! Три шага от мешка. Ну, здравствуй, Лаврий. Здравствуй, Сережа.
Как тебе там живется на том свете, не печет? Красиво ты меня тогда сделал, красиво. Мои аплодисменты. Я тебя своим братом считал, сука. На войне к войне. Давай на землю и руки за спину. Слушай, отпусти меня. Отпусти. Я ж сдохну, ничего не скажу. А людей своих сдам. Они позговорчивые будут тебе на новые звезды говорят. На землю. На землю сказал! Да плевать я на тебя хотел. Стоять! Я тебя братом считал, сука! Мне даже больно тебя сейчас стрелять, а ну повернулся! Тихо, тихо, не дури! Сейчас здесь будет взвод автоматчиков! Да не буду я в тебя стрелять. Очень я хочу, Сережа, посмотреть, как тебя свои же ксенки посмотрят, когда я просто сорву. Прощай. Он здесь! Серега! 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 Живой, очухался. Слава богу. Ты что здесь делаешь? В архив. Керосин, товарищ полковник. Видимо, запальный шнур был с дефектом. Если бы рвануло. Выяснили, что они искали? Никак нет, товарищ полковник. Да и как тут узнаешь? Немедленно найти тех, кто работал в этом архиве. И выяснить, какие из документов были похищены. Виноват. Есть. Ну что, желаете прямо сейчас рвать на куски, товарищ полковник, или попозже? Как Валентина? В госпитале. Насильная выкатывается. Просила за Дашкой присмотреть. Здравствуйте, я за Дашкой. А Валентина, с ней все в порядке. Она задержится на работе, просила Дашку забрать. Это тетя Лена с маминой работы. А я уж волновалась, мне же в ночную сегодня. Тетя Лен, ты чего? Ничего, просто волосы тебе поправила. Пойдем. До свидания. До свидания. А когда мама придет? Даш, мама уехала в срочную командировку. Как только вернется, сразу домой. Сегодня? Ой, тетя Лен, смотри, это хоккей. Мама сказала, его к нам иностранцы привезли. Можно я поиграю, а? Дашуль, уже поздно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Thank you.
могу быть матерью, если за ребенком следить не могу. Даш, никогда больше не выбегай на дорогу. Поняла? Если с тобой что-то случится, твоя мама меня не простит. Я ничего не скажу. Правда, правда, честно-причестно. Это наш секретик. Хорошо. Садись, мы уже поели. Дашка, поздно. Спать пора, давай ложиться. Все будет хорошо. Мы справимся. Нужно выяснить, что Тар не искал в архивах. И что он задумал, пока не стало слишком поздно. Давай еще раз сначала. Итак, кукла Лена. Леночка, она еще маленькая, как я. Хорошо, я запомнила. Кукла Леночка. И вот наша кукла Леночка. Моя. Лена моя кукла. Если хотите, я вам ее подарю. Мне не жалко. Не надо, спасибо, оставь себе. Я все поняла. Итак, кукла твоя, кукла Леночка, подходит к дороге. А здесь у нас что? Даша, машины. А можно Мишка тоже с ней пойдет? Они дружат. Хорошо, пусть идут вместе, но это не главное. Главное, что на дороге всегда машины, и это опасно. Но им же вдвоем будет веселее. Они же друзья. Кто это тут? Мама! Кто это, моя доченька? Доченька моя любимая. Ну что? Ну как вы тут? Что у вас нового? А у нас
Ничего. Правда, тетя Лена? Правда. Ничего нового. А можно я пойду чайник поставлю? Я умею. Конечно, можно. Ура! О чем это она? В смысле? Ну, вот это вот. Ничего. А, да, неважно. Ты-то как? Да нормально. Сейчас посижу только пару минут. Голова кругом. Да, конечно. Спасибо, Лена. Ну что у вас там случилось? Дашка чуть в машину не попала. Понятно, теперь откуда такая игра? Прости, я только на секунду отвернулась, она ушла с дороги. Ты ни в чем не виновата. Это дети. С ними не просто за один день не научишься. Просто в следующий раз держи ее за руку. Все. Ладно. Вообще как-то с детьми не очень. Как-то не получается. Вроде и брата воспитала, а все равно. Ничего, придет время, вспомнишь. Уже пришло. Ну, почти. Ты беременна? Ходить под пулями пустяки по сравнению с этим. Валя. Я думала аборт сделать. Зачем? Мысли сейчас только об этом, а кругом война. Ну, не сделала же. Вот и молодец. Все будет хорошо. Сейчас чай будем пить. Все будет так хорошо. Мам, тетя Лен, а можно я пойду и ужин приготовлю? Нет. Нет. Вместе приготовим. Мяту принеси, в синей коробке. Бегом, чай будем с мятой пить. Все будет хорошо. Поняла? Да. Троцкисты и тухачевцы у кого? У меня. Простите, вопрос можно? Да, конечно. Тут на некоторых делах в правом верхнем углу ППИ. ППИ – это значит приговор приведен в исполнение. Что-то еще? Нет, ничего, спасибо. Всех исполненных давайте сюда. И БППшников тоже. Кого? БПП – это значит без права переписки. А почему их вместе? По сути, это одно и то же. Будь здоров. Спасибо. Ну что там? Есть результат? Тар не похоже опять ушел. И что толку в патрулях, если он через наши блокпосты, как крыс, туда-сюда шляется? Даже не знаю, что Головко докладывать. Его нынче срочно в Москву вызвали, так завтра ж вернется.
Ну, извини, извини. Был неправ, признаю. Идея с кассы была правильная. Но ты тоже хорош. Чтобы с тобой спокойно работать, нужно пустырник с корнями жрать. Это не отрицаю. Значит, перемирие? Да, Тарни в городе нет. Наверняка он пользуется заранее подготовленными явочными квартирами или схронами. Где-то в близлежащей области. И грим еще. Грим? Да, до войны Тарни увлекался любительским театром. Очень любил перевоплощаться. Так что грим, борода и усы — это его арсенал. Сукин сын. Ничего, я землю жрать буду. А лоб ему зеленкой помажу. Ты когда-нибудь видел, как гончая гоняет зайца? Не приходилось. Заяц-зверь хитрый. Когда чувствует, что за ним идет собака, начинает петлять. Потом, когда понимает, что гончая его настигает, просто спрыгивает со следа. И начинает за гончей наблюдать. И что сия притча означает? Мы точно так же, как гончие, гоняемся за Тарни. А он за нами наблюдает. Хочешь сказать, что все это время не мы его гнали, а он нас вроде как на поводке водил? Нужно в корне не изменить тактику. Не гоняться за Тарни, а ждать его в заранее подготовленной засаде. А проще говоря, перестать играть по его правилам. Товарищ полковник, кажется, есть. Методом исключения удалось установить, что всего было похищено 5 уголовных дел, по каждому из которых в разное время были вынесены обвинительные приговоры. Все 5 работали в порту. Так, уже теплее. А статьи? Двое 58-я, но по разным делам и в разное время. Двое экономические преступления, хищение и растрата, и одна за самовольный уход с работы. Все 5 сейчас должны находиться в местах заключения. Да, повезло нам, что зажигалка не сработала. Нам бы взять этих 5 да от греха подальше этапировать в Мурманск. Если на минуту представить, что Тарне именно это и нужно. Зайцы гончие. Товарищи женщины, спасибо вам за работу, можете сделать перерыв. Ты думаешь, они намеренно не спалили архив? Думаю, от конвоя отбить заключенного гораздо легче, чем выкрасть его из лагеря. О, черти. Этот Тарни прям дьявол какой-то. А вдруг Тарни нужен только один? А остальные 4 для отвода глаз? И теперь нам надо выяснить, кто он. Боцман стральщика. Инженер, путеец, разнорабочий судоремонтного, портовый врач и стропольщица. Все коренные мурманчане, но арестованы в разное время и по разным делам. Может быть, они все были знакомы между собой? Пока ясно только одно. Тарни зарезу нужен кто-то один. Все остальные папки так, для отвода глаз. Наша с вами задача — выяснить, кто именно. Предлагаю каждому разобрать по делу и как следует их изучить. Разумно. Разбираем папки, изучаем копии дел, опрашиваем родственников, свидетелей. В общем, до кого доберемся? Все свободны. Не возражаешь, если месяц по мозгу? Александр Матвеевич. Не узнаю тебя. Ты прям сегодня сам не свой. Ой, поехали, а?